Тут замок немножко заедает. Надо подтолкнуть. Вот так. И дверь откроется. Ну вот, все чисто, вымыто, готово к заселению. Живите и радуйтесь. Ну, только не очень громко. А место здесь, конечно, потрясающее. Кинематографическое. Почему это? Ну как же? Культурный центр, чистые пруды. Знаете, сколько фильмов тут снималось? Вот выходишь из подъезда, и прямо кино. Того и глядишь, встретишь кого-нибудь. Что-то никого здесь не заметил. А вы глазки откройте, молодой человек, пошире. Так, ладно, ключи я вам оставляю, мой телефон у вас есть, если что, звоните. О, блин, а ты откуда здесь? А ну иди отсюда. Да что ж с тобой такое-то? Ах ты гад! Верю, что полет будет плавным. Несколько часов, и мы войдем в родные края. Время помечтать под гул турбин о вечном и главном. И над облаками представить, что увижу тебя. В уголках стекла застынут ледяные узоры. Ты в ночи все больше световых паутин. В каждой из таких я мысленно рисую свой город. И жду, когда пилот сообщит, что скоро мы долетим. Посадку. Вместо притяжения сотен, даже тысяч людей. Я беру такси, и мы несемся по Ленинградке в сторону заполненных улиц и живых площадей. Молодой человек? А? А это ваша машина? Нет. А работаете вы где? В офисе. Пойдем, Кать, это не наш вариант. Это Москва. Это Москва. Это Москва. Много говорят о том, что этот город бескрайний. Мнений может быть даже больше, чем живущих людей. Стоит мне уехать надолго, вопреки ожиданиям. Сила притяжения манит возвращаться скорей. Стоит мне уехать надолго, вопреки ожиданиям. Сила притяжения манит возвращаться скорей.
Ну, слава богу, живой. А то я захожу, дверь нараспашку, ты тут валяешься. Ты ж мне деньги забыла отдать. Ну, пойдемте. Пойдемте, конечно. А я уж вижу, лежишь, думаю, неужели мне нового жильца искать?